Вернисаж «Усе разом» традиционно одно из самых популярных мероприятий у тех, кто активно живет и вовлекается в культурную жизнь областного центра. В год тысячелетия она стала более бурлящей и насыщенной, а потому ценители высокого обязательно находят в афишах что-то для души. В этом году выставка «Усе разом 6» получилась более объемной и многовекторной. Свое видение творчества здесь представляют не только талантливые брещане, но и их коллеги из других городов, участники осеннего салона Белгазпромбанка. Наша задача – сделать улицу Советской не только цепочкой вкусе вкусного общепита или какого-то променада, но сделать эту улицу артерией, где кипит культурная жизнь города. И мы и дальше будем поддерживать любые культурные проекты в нашем городе, а уж тем более здесь. Во-вторых, я хотел бы поздравить нашу Брестскую дирекцию Белгазпромбанка, которая недавно отпраздновала свой маленький юбилей, и лично вас, Наталья Михайловна, и в лице вашего руководства, которое присутствует здесь, поблагодарить Белгазпромбанк за их культурную составляющую в продвижении и своих, как говорится, экономических и финансовых интересов, и то, что все чаще и чаще точкой приложения Белгазпромбанка становится тысячелетие. Открывая вернисаж, советник председателя правления Белгазпромбанка Владимир Сажин особое внимание остановил на том, что настоящая культура, настоящее творчество может объединять. Для того, чтобы постичь образ, не нужно замыкаться лишь на канонах, надо открыть свою душу. Картина, она дает некое размышление об этой жизни, возможно, остановиться, подумать. Это не просто воплощенная красота или правда, понимаемая художником. Это возможность нам подумать о себе самих через это. Поэтому подобного рода вещи, они исключительно полезны для каждого человека. Более 70 работ и 34 автора. Настолько противоположны жанры, в которых работали молодые художники. Настолько разнообразна палитра и настолько же творческая была витавшая в воздухе атмосфера. Работы удивляют форматом своего воплощения и творческой изюминкой, тем, что отличает мастеров друг от друга. Конечно же, для молодых художников выставка «Усе разом» – это большой шанс заявить о себе, показать, насколько разнообразен мир искусства и как важно развивать в себе духовное начало. Работая каждый раз как с чистого листа, автор открывает в себе новые грани. На моей выставке представлены три работы, триптих из серии «Рух». Это объемные скульптуры. Но я развиваю эту тему, тема движения. Это скульптура выполнена из дерева, гвозди, и специальные лаки используются, гранит. Это то, что меня вдохновляет.